Последние две недели я занималась тем, что проходила Dark Souls на платину. Dark был пройден на 40%, и я решила его добить. Это третья платина по счету и вторая From Software. Первая была в Bloodborne. Что я могу сказать по этому поводу? Ситуация была следующая. Я прошла в первый раз всех боссов, и опциональных, и главных, и дополнения, и тут мне захотелось значительно усложнить себе жизнь и добить на 100%. Я посмотрела ачивки и подумала, что это не так уж сложно. Да, это не сложно, а очень долго. Во-первых, сами вы эту платину выбить не сможете, потому что она завязана на онлайне. Чтобы выбить ачивку чудеса, вам нужно прокачать ковенант темной луны на плюс 1. А чтобы прокачать ковенант на плюс 1, нужны уши 10 штук. А чтобы их найти, нужно вторгаться к другим игрокам, которые убили иллюзию Гвиневер. Меня на 130 уровне никто не призывал, поэтому пришлось попросить их у товарищей. И это только одна часть одной ачивки. Самое простое — это убить всех. Причем, кстати, что дополнение, что обычная часть достаточно несложная, хотя смог с Арштейном вместе, конечно же, не слабый. А вот когда я стала перепроходить второй раз, то офигела, когда я увидела повышение жизни 4 королей почти в 2 раза, причем больше ни у кого такого повышения не было нигде. Ну и тут, конечно же, я застряла. Позже начался другой геморрой. Если вы выбиваете чудеса, пиромантию и прочее, то есть некоторые ресурсы, которые можно купить только у одного NPC. И если вы его, не дай бог, пропустили или забыли, или куда-то отправили, то больше вы нигде это купить не сможете, и надо будет еще раз гонять прохождение. Так я случайно отправила Лаврентия Павловича в ад, и пришлось докупать остальное уже на третий раз. Если вы сожрали чьи-то души, то опять надо будет все это перепроходить. Благо, я души не ела, кроме Сифа и Голема, поэтому по одному разу, поэтому с этим особых проблем не было. Самая адская ачивка, которую я терпеть не могу, это рыцарская честь. Она абсолютно нелогичная, мерзкая, противная, и вообще не хочу, чтобы она где-то была в принципе. Суть в том, что вам надо найти все оружие. Есть определенный список, в котором написано, какое оружие относится к ачивке. И вот ты, значит, собираешься с силами. Потом оказывается, что отправляешь Лаврентия Палыча на верную смерть. Или девку в белом платье вообще не находишь. Или скидываешь парня около Нита, и тогда оружие с него не дропается. А самое мое любимое – это 2% дропа каменного щита и меча с рыцарей в саду. И 2% дропа копья серебряных рыцарей в Анерлонда. Ой, какая красота. Ходить – это все дрочить как не в себя и охуеть. Я так и не поняла, зачем я вообще на это согласилась. Целых 3 недели ушли на эту фигню. Я убила все нервы из-за непонимания улучшения оружия, нахождения углей и дропа красного куска титанита. О, это вообще отдельная песня. Для тех, кто играет на консоли, не будет новостью, что чтобы поменять предмет у Снагли в гнезде, нужно выкинуть предмет, выйти из игры и обратно зайти. Это какой-то баг, и все предметы меняются только так. Чтобы получить кусок титанита красного с нее, то нужно прокачать пиромантию до максимума. Я уже молчу о том, что надо допереть, что улучшенная и обычная — это одна и та же пиромантия, которая улучшается у дочерей хаоса, а не какая-то отдельная. И стоит эта прокачка очень уж дорого. Примерно 30-50 тысяч душ на НГ+. И вот ты 2 часа фармишь души, потом покупаешь, улучшаешь, приходишь к Снагле, выходишь из игры, заходишь обратно, и в итоге у тебя ничего нет. Ни твоей перчатки, ни душ, ни красного, ни слез, ни печали, ни ненависти, а только лишь пустота глубокая и необъятная. И ты не хочешь жить или умереть, ты просто существуешь в бездне небытия, и тебя уже вообще ничего не удивить. Но тут проходит 2 часа, ты собираешься с силами и идешь дальше покорять просторы Дарка. Твоя воля крепка, как никогда. Ты непоколебим и готов к смерти. Ни один враг не устоит от твоего меча, а твоя слава идет впереди тебя. Теперь ты самый быстрый полый на диком Лордране. Самыми легкими ачивками были найти ковенанты. Они действительно находятся прямо под ногами, и пропустить их крайне сложно. Улучшенное оружие создает геморрой на фарме, но после того, как вы все собрали, нужно просто стоять у кузнеца и улучшать до максимума. Иногда это до плюс 5, иногда это до плюс 10. Геморрой в том, что один кузнец не может сделать все, и вам приходится бегать к Андре в уезд нежити, чтобы он
с помощью большого угля дал вам возможность прокачивать до плюс 10, а потом идти к великану, у которого продаются большие осколки, и там допрокачивать и переделывать оружие в босса. В этом плане большой гемор. Остальные ачивки выполняются по ходу игры, и именно поэтому это еще не самая сложная платина. Я уже предвкушаю всю дичь колец в третьем дарке и как это будет, но пока что я сделаю перерыв с платинами и выживу. А я еще как бы прохожу RDR 2 на платину. Я бы никогда в жизни так хорошо не узнала дарк, если бы не платина. Я никогда не проходила квест с Сигмайером и не находила шляпника. Я вообще не знала о существовании дочери Сигмайера, а на Лаврентии Палыче вообще акцент не делала, поэтому платина показала мне дарк вообще с другой стороны. Так как я выбила меч черного рыцаря в самом начале, то с оружием вообще не заморачивалась, но я узнала, что есть штуки гораздо поприкольнее, именно когда я стала проходить на платину. Поэтому я очень рада, что все-таки села за нее, хоть и была в бешенстве и без сил уже к концу из-за ебучего дропа. Посмотрим, как я пойду во второй дарк и третий, и когда я все-таки захочу выбить платину в Секира.